Приготовим чизкейк из красной рыбы. В блендере размельчаем соленые крекеры. Заливаем их растопленным маслом и выкладываем в формочку. Хорошенько утрамбовываем. Мелко нарезаем зеленушку и смешиваем ее с твороженным сыром. Далее основной ингредиент — красная рыба. Нарезать на полосы. Сыр с зеленушкой намазываем на крекерсы, а сверху выкладываем рыбку. Магия монтажа. В конце украшаем все той же зеленушкой. Немного соевого соуса. Получается просто обалденный чизкейк из красной рыбы.